коворкинг-центре прошла встреча представителей малого и микробизнеса Люберецкого округа. Организаторы подготовили для участников семинары и мастер-классы по самым актуальным для предпринимателей вопросам. На бизнес-празднике побывала и наша съемочная группа. В день предпринимателей в Люберецком коворкинг-центре прошла встреча бизнесменов. Участники, собственники малых и микрофирм и те, кто только вынашивает идею, которую хотел бы коммерциализировать. И первые, и вторые пришли, чтобы получить самую полную информацию для развития своего дела. В рамках мероприятия проходит несколько мероприятий, семинаров, обучающих, где все желающие могут получить дополнительную информацию, консультацию, как максимально выгодно сформировать свой бизнес, как его продвинуть. Ответили на эти и другие вопросы сотрудники торгово-промышленной палаты, Люберецкой администрации, крупных корпораций. Они приехали, чтобы помочь малому бизнесу капитализировать идеи, разобраться в налоговом законодательстве, оказать консультационную поддержку. Еще один фактор роста бизнеса – коммуникация. По сути, это площадка для обсуждения идей, и где предприниматели друг другу могут дать какие-то ценные советы. Объединение предпринимательского сообщества, выработка каких-то единых требований к власти, допустим, с точки зрения предпринимателей. Как заработать на выпечке тортов или как монетизировать свою любовь к футболу? Участники бизнес-встречи получили самые ценные рекомендации. Дело осталось за малым – не бояться и действовать, ведь предпринимательство – это умение выгодно рисковать. Александра Томей, Александр Дегурко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.